Ну что ж, привет, друзья! Сегодня, наконец, наступил тот день, когда мы поговорим с вами про моющие средства, которые есть в моем доме. Мы поговорим сегодня с вами о порошках, стирке, уборке и, в общем-то, о всех тех средствах, которые есть в моем доме. Итак, если вам это интересно, оставайтесь, а также подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, кому это может быть актуально. Поехали! Ну что, друзья, привет всем тем, кто у меня на канале впервые, добро пожаловать. Вы попали на канал «По будням сына», здесь я рассказываю про свою жизнь в Канаде, а по факту не лайфблог, а какие-то полезные советы, рекомендации, что мы покупаем, что мы едим, какие-то, в общем-то, лайфхаки именно канадской жизни. Очень много, в общем-то, совпадает с какими-то, в общем-то, стилем американской жизни. И, в общем-то, я думаю, что может быть полезно и интересно всем тем, кто любит магазины, покупки и, в общем-то, какие-то интересности и полезности. Помимо всего остального, каждый четверг стараюсь выходить в прямой эфир, отвечая на вопросы моих подписчиков. Стараюсь ответить на все вопросы. А если этот вопрос еще не рассматривался, то мы его разбираем в подробностях на прямом эфире, где у вас есть возможность пообщаться со мной. Итак, подписывайтесь, следите за каналом и становитесь участниками прямых эфиров. А сегодня мы с вами поговорим о долгожданной теме моющих средств, которые есть в моем доме, и какие-то рекомендации для людей, которые приехали недавно в Канаду и, в общем-то, не всегда знают, где что купить и конкретно на что обратить внимание. Сегодня мы пройдем с вами по нескольким комнатам. Первое мы начнем с кухни, потом мы переместимся с вами в ванные комнаты в спальнях, чтобы посмотреть, чем я мою там. В общем-то, никаких секретов нету и каких-то особых моющих средств и бытовой химии. Все очень просто и сводится буквально к одному-двум средствам, но все-таки, да. Вот. И мы закончим все в моей Laundry Room. Точнее, это не room, а я бы сказала просто шкаф, в котором, да, я тоже вам покажу, что у меня лежит, чем я пользуюсь, как я стираю. И, в общем-то, очень многие люди именно интересовались постирушками. Конкретно, как, например, стирать светлое белье, как поддерживать именно белый цвет белья, какими средствами здесь в Канаде. Итак, приступим. Сегодня я вам покажу то, что лежит у меня на кухне, чем я пользуюсь. Я не буду говорить про разные тряпочки, потому что тряпочки и всякие скотчи – это дело каждого. Например, когда я приехала только, я покупала только в Костко такие губочки, их не именно губки из Костко. Они классные, они, как говорится, durable, они такие долговечные, да. Но они стоят $20, по факту, да, вам их, там 18 штук, по-моему, их хватает, вам реально больше, чем на год, они себя как бы окупают. Но меня нормально устраивают из Долларамы, вот буквально сколько здесь их штук, 10 штук, стоят они $1.25. В общем-то, я ими мою все. Ну, естественно, как бы, во-первых, их не жалко поменять, да, там раз в какой-то период, когда вы видите, что время пришло менять, во-вторых, я их мою, ими мою и в ванной, в туалетах, в раковинах, все, в общем-то, везде у меня разложены вот эти губочки. Они классные, дешевые и, в общем-то, отрабатывают нормально свои деньги. Это, в общем-то, такая палочка для пыли, она очень коротенькая, да, то есть ей можно убирать вот какие-то трисы, какие-то жалюзи, пыль какую-то сверху стирать. И у нее есть две меняющиеся такие лопатки, вот эта вторая лопатка, ничего замудрого нету, оно такое просто какие-то мелкая ткань вместе с ватой вперемешку, насаживается на вот эту лапку, вот так вот одевается, и вот вы вот так вот сметаете. Ну, в общем-то, как на картинке здесь и показано. Я не знаю, сможете ли вы рассмотреть. Вот так вот. Я не пользовалась этим всегда. Недавно для себя открыла. Причем, знаете как, через сэмплы. Знаете, когда ходите по магазинам, вам дают какие-то сэмплы, что-то попробовать, да, какие-то рекламные акции. И мне дали. И я что-то, она валялась, думаю, что валяется, открою. И я стала ей пользоваться. Вы знаете, удобно. Например, в комнатах, там, где вот какие-то такие комнаты, оно, может, и не очень удобно, потому что, получается, вы пыль с одного места в другое переваливаете. Но в моем салоне, потому что те из вас, кто не знает, я парикмахер, я работаю на дому,
то волосы, естественно, везде. Для того, чтобы очистить эту территорию, очищать как-то, эти волосы нужно стряхивать как-то регулярно. Поэтому мне это очень-очень даже пригождается. Дальше, если мы говорим про тряпочки. А, вот, кстати, и он, этот сэмпл. Их было два, по-моему, сэмпла. Вот они. Вот этот сэмпл я попробовала, а этот я уже пошла купила. Вот. Вот он еще закрытый. Сэмпл еще закрытый. Вот здесь у них даже нарисовано. Видите, между книжечками протирать. Не может сфокусироваться. Но я думаю, понимаете, вот жалюзи можно протирать. То есть вот такая вот штукенция. А, так, что еще касается тряпочек. Сами тряпочки у меня абсолютно разные. Во-первых, начиная от старых детских вещей, которые уже в пятнах разорваны, ты их никому отдать не можешь, но они классные, трикотажные. Я вот какие-то пижамные, штаники, вот что-то бумажные разрезаю. И вот такие у меня тряпочки. Это как бы одно использование. Ну, плюс, конечно, есть файбер тряпочки. Но они у меня наверху лежат. Я вам покажу, там мы вытираем, где пыль на мебели и так дальше. Вот, дальше я использую также такие скотчи. А, это обычный такой скотч для мытья. Большие листы, вы можете разрезать их, как вам удобно. Это для тяжелых, да, пятен, когда нужно что-то там зубами оттирать. Вот как бы он приходится к месту. А вот у меня уже еще один такой, были поменьше пэды. Это уже другие пэды. Я их вообще очень любила одно время. Когда особенно после ремонта у вас, да, или что-то вы хотите, какое-то там, я не знаю, ну, жира у меня какого-то особого нету. Но если вы хотите что-то такое оттереть, то да. Кстати, вы, возможно, видите, что у меня новый бэксплэш на кухне. До этого был старый. И мы делаем понемножку реновейшн нашей кухни. Шкафчики скоро тоже поменяют свой цвет, но это все поэтапно. Дальше, что еще есть? А, вот, еще есть такие, они называются тампонс. Вот, я вам так скажу, я их брала у меня одно время, кастрюли я хотела ими мыть, кастрюли, знаете, иногда вот, чтобы блестели хорошо, чтобы все отодрать. Можно, во-первых, их этим скотчем, но скотч сильно царапает, поэтому не хотела царапать поверхность кастрюли. А это именно для кастрюль. То есть оно типа как мочалка, только очень мягкая мочалка. Но я вам скажу так, я в результате ими не пользовалась. Почему? Я не знаю почему. Во-первых, видите, они идут, это как steel wool, то есть они это называют как steel wool. Для тяжелых всяких, для тяжелого мытья, для раковин, для всего тоже. Но он идет с мылом. Видите, они голубого цвета. Когда я начала мыть кастрюли, то есть они пропитаны мылом. Такие, это еще не использованные, это новые. Вот, они пропитаны мылом таким голубым. То есть оно моет сразу с мылом. Короче, в общем, какой-то месс полный. Это мыло, видимо, я не знаю, как-то еще больше содействует корябанию кастрюль. Одним словом, я перестала мыть кастрюли, просто мою обычными этими губочками. А вот это вот получается стоит тоже как бы для каких-то тяжелых. То есть все, что я мою, могу помыть вот этим, это тоже придет в помощь. То есть вот такой вот у меня набор друзей. Вот, плюс еще за что я люблю вот эти вот мочалочки из Долларамы, ну, которые можно купить, в принципе, в любом другом магазине, не падать. А, вот за вот этот скрабик, да, то есть вот здесь, в принципе, это кусочек того скотча, который у меня в большом размере находится в большом куске. То есть он тоже отмывается. Единственная его проблема, что если вы один раз помыли что-то тяжелое, грязное, да, жирное, оно или слазит, или, в принципе, его можно сразу отодрать, или просто выбросить и заменить на другую. Скотч более выносливый, более durable в этом плане. Итак, это были все тряпочки. Пол я мою, вы знаете, у меня есть видео о том, как я вам рассказываю, чем я мою пол. Буквально мое недавнее приобретение, уже примерно, наверное, думаю, годовой давности. Может, меньше, чем год. Есть видео, я вам оставлю ссылочку, как, чем я мою пол, чем я заметаю. У меня, по-моему, тоже есть, но это не важно. Это все приобретено в Костко. Сейчас мы придем именно к материалам. Итак, мой любимый король всех моющих средств в моем доме. Я считаю, вообще, если у вас есть, в принципе, вот это и второе средство, о котором я сейчас расскажу, в принципе, больше ничего и не нужно. Но так как я всегда все по минимуму использую, то все-таки еще есть вещи, которые нужны. Но я вам хочу сказать так. Если вы только недавно приехали, у вас ничего нету, то прежде всего вам нужно иметь вот это. Что это такое? В общем-то, раньше у них была меньшая упаковочка. Сейчас я вам ее покажу, она у меня есть на втором этаже. Этот Vim, это крем. Он идет с Bleach. Сразу идет с Bleach.
То есть сразу с хлором, да, с определенным идет. Поэтому он, конечно, отмывает. То есть это жидкий крем-порошок с добавочкой блича. Естественно, у него и запашок такой отдаленный, есть хлорочки, которые вам отмоют, ну, просто реально все. Кастрюли, духовки, плиты, вот все, что тяжело отмывается, ванна, раковина, туалет, все абсолютно. То есть грязные загрязнения сильные и любые покрытия, в принципе, как металлические покрытия, так и любые другие покрытия, но мы не говорим про деревянные, да. Хватает его надолго. Купить можно его абсолютно в разных объемах. Раньше они продавался этот Vim, вы знаете, они, наверное, как-то пытаются удешевить все-таки производство и, ну, со цену держать тоже, производство каким-то образом нужно дешевить. Поэтому что я заметила, что этот Vim стал в объеме бутылки больше, 750, у них раньше было, по-моему, по 500, три бутылки продавались в Костко. Так как я их невероятно редко покупаю. Вот я 5 лет назад покупала, и сейчас опять купила недавно. Вот у меня 2/3 бутылка у меня наверху. Потому что ванны, чтобы не таскать, у меня в ваннах отдельно средства лежат. Вот. Получается, здесь объем жидкости, он очень жидкий стал. То есть раньше он был более густой, сейчас более жидкий, но он делает свою работу. Делает свою работу, но чтобы вы знали, если вы работаете без перчаток в доме, и руками будете мыть, руки потом немножко будут иметь запах. То есть вот у нас есть это средство. Дальше у меня есть средство именно для всех моих металлических поверхностей, а конкретно appliance, то есть холодильник, посудомоечная машина и плита. Значит, продается в Косткость абсолютно любые. Что оно делает? Оно абсолютно... безопасно удаляет, безопасно для эплайнцев, удаляет пятна, все вот эти лапки, знаете, которые остаются у нас на нашей металлической, вот, металлических эплайнцах, если вы знаете, у вас есть, вы знаете, о чем я говорю, и, в общем-то, классно абсолютно справляется с вот этой работой, невероятно классно. Дальше, вот у меня есть такие штукенцы, я их часто стараюсь брать по разным акциям. Этот вот этот мистер Клин, Мистер Нет, Мистер Клин, Мэджик и Рейзер. Вы знаете, я не знаю, сколько у меня уже вот этих разных таких пробников. Я отовсюду, откуда можно было, заказала. Конечно, их можно и купить. Он отмывает вот реально все. Вот здесь даже поверхности нарисованы. То есть и кресла грязные, пластиковые, которые на улице стоят, и колеса можно машину мыть, и даже вот что здесь в поверхности, даже плиты на доме, то есть она маленькая, тоненькая, такая вот пенопластовая, даже не знаю, как назвать, губка, которая отмывает реально все, даже стены, гипсокартонные стены, если у вас краска позволяет, моющая краска, и у вас ребенок залапал, может быть, или какой-то рисунок, ну или как-то, мало ли, там какой-то принт есть остался, да, что-то вам нужно помыть, вот, капля воды, потому что сильно мочить нельзя, она сразу разлезется. Вот капля воды, она вот такая несжимаемая, но такая очень как пена такая, я даже не знаю, как вам сказать. Я думаю, что многие из вас, да, знают, о чем идет речь. В общем, ребята, покупайте. В Костко они продаются. Вот, кстати, в коробочке, вы увидите эту коробочку позже, когда я буду в свой Laundry Room. Вот у меня там просто лежат такие промокашки для сушильной машины, но вообще вот в такой упаковке продаются в большой мистер Клин. И если вы знаете, что вы будете это использовать, я рекомендую купить. Мне хватает, я по акциям беру, у меня в среднем 2-3 штучки бывает. И если заканчивается, я опять по акциям где-то пытаюсь найти, потому что она классная штука, но мне она так сильно не нужна. Она отмывает просто реально очень-очень сильно все отмывает. То есть тяжелые всякие пятна водой, без материалов, без разных моющих средств. То есть купили вот эту штучку и отмыли все, что вам нужно, без моющих средств. Дальше. У меня еще есть такое средство. Это средство для полов. Вы знаете, у нас здесь в Канаде покрытия деревянные. В общем-то, ну, разные виды там паркетов, да, и так дальше, дерево, не дерево. Поэтому, конечно, хватает просто водичкой помыть пол с водой, и все, этого достаточно. Пропылесосили, помыли пол водой, хватает.
Но когда мы хотим блеск какой-то немножко придать, иногда, знаете, все-таки бывают какие-то маленькие царапинки, такие незаметные, там, я не знаю, даже ребенок с машинкой играет или там с лошадкой проскакал, да, оно немножко пополняет вот эти вот скрачи, вот эти вот царапинки. Этот материал, именно ликвид, он пополняет. Это жидкость, да, то есть она буквально идет вот такая крышка. Да, у него запаха вообще никакого в принципе нету. Вот такой крышки на ведро вам хватит. Он очень концентрированный. Я вот вам продемонстрирую сейчас. Вот, это видите, у него такая вот светлая жидкость, как молочко. Вот. На небольшое количество воды вы промываете, и вам хватает. Часто этим мыть нельзя. Как профилактика, раз в полгода дает блеск, и он как бы оставляет такое небольшое покрытие на полу. И последнее средство, о котором бы я хотела рассказать. Здесь я не буду говорить про моющее средство для посуды, потому что для себя каждый сам вообще выбирает. Вот такое. Это недавнее мое открытие. Greenworks. Это All Purpose Cleaners. Значит, оно на 98% они обещают, что натуральное. Я, кстати, даже не смотрела состав, чего здесь есть. Но смысл в том, в чем. Запаха у него никакого нету. Она не пенистая, она не сильно водянистая. Приятный спрей. Значит, что я мою? Абсолютно любые поверхности. Так как оно и называется, что это All Purpose Cleaner, то есть любые поверхности, как я могу и раковину мыть с ним, и просто стол протирать после обеда, и просто вытереть свои каунтертопы на кухне, я могу им помыть свою плиту на кухне, я не знаю, любые поверхности, просто пыль протирать в доме с ним. Он очень хорошо работает. Даже вот на нем тоже есть вот указание, что вот он просто, не просто пшикалочка вам пыль вытирать, он вытирает, моет ванны и все такое. И при этом он, ну, не такой вредный. То есть он стоит, как обычное моющее средство, но при этом он более, как говорится, ну, менее вредный для нас, в отличие от, например, других брендов, которые стоят только за счет того, что они полностью all там natural, да, там будут вам стоить в 3 раза дороже. То есть, в принципе, этот стоит так же, как обычные спреи, но является наряд менее химическим, что ли, менее вредящим нашему здоровью. Вот. Итак, ребята, это было все, что я вам хотела рассказать о кухне. Все, что у меня есть именно из... хранится под раковиной на кухне, все мои чистящие средства. Хранятся они вот в такой корзинке. Вот. Очень удобно. Вытащил, достал, что тебе нужно. А даже если тебе не нужно доставать полностью всю эту коробку, то достаточно просто она сохранится. И ты вытащил, что тебе нужно из-под раковины. Оно все в одном месте. Ничего сюда не попадет. И никуда ничего не распадется, не выпадет и так далее. Итак, это была кухня. Моя недавняя любовь, салфетки для уборки, я беру подешевле, моей же фирмы No Name. Эти Костка можно брать. Итак, дорогие друзья, сейчас мы находимся в моем бейсменте. Здесь у меня расположена полностью моя стиральная комната. Комната эта, громко говоря. Я хочу вам рассказать про те виды стирки, которыми я пользуюсь, и что я использую для стирки, какие материалы и порошки, потому что меня об этом уже неоднократно спрашивали. Итак, если мы говорим о стирке белого белья, что я имею в виду? Прежде всего, это часто бывают белые полотенца, белые
белые носки, белое постельное белье. Именно для белого здесь есть несколько решений, которые я использую. Если это мои рабочие полотенца, которыми я мою голову клиентов, у меня остается там краска часто, да, какие-то красители. Если это часто ваши домашние полотенца, и там, в общем-то, какие-то пятна такие попали, да, нежелательные, то единственный способ это вывести без дураков – это хлорка. Хлорка содержится очень во многих чистящих средствах, также и в порошках. Есть очень много вариантов, чего можно придумать, но, в общем-то, самых эффективных за последнее время есть два. Прежде всего, вы можете пользоваться просто абсолютно любой белизной, да, то есть хлор обычная белизна, которая, в общем-то, продается в отделах для мытья всего. Также разработали новую хлорку, да, буквально там сколько-то там 15-20 лет назад. В общем-то, это и есть тот же хлор, он для стирки белого белья, можно купить его в отделе для стирки, в отделе для именно белого белья. То есть это менее хлорированный продукт, он более в пропорциях разведен с водой, плюс немножечко более погашен запах хлора, но он все равно присутствует. Вы можете использовать его в стирке, я использую обычный хлор, вот, но при использовании освежителя для стирки, который вы можете видеть, обычный любой освежитель белья, он убирает этот запах хлора, он вообще не чувствуется. То есть белье так хорошо выстирывается, я вам демонстрирую, что я стираю полотенце свои только лишь на санитарной выварке, то есть на очень высоких температурах. Там этот хлор, он настолько вымывается и выполаскивается, что его запах практически не остается. И плюс кондиционер для белья, освежитель белья, он просто вообще практически убивает этот весь запах хлора. Поэтому белье у вас получается чистое, белье у вас получается, в общем-то, приятно пахнущие, вы знаете, что там реально нету никаких микробов. Вот. Но не все полотенца мы можем постирать именно таким способом. Все-таки иногда у нас есть цветные полотенца, да, разноцветные. Что я делаю в таком случае? Я тоже обычно стирку полотенец делаю одновременно. Не то, чтобы у меня нету полотенец на замену, но я люблю вот так вот все полотенца собрать по дому. И обычно, конечно же, полотенца цветные. Поэтому полотенца я собираю, заливаю их ни в коем случае не хлором никаким, да, потому что все-таки пятна могут остаться даже от хлора специального для стирки, он все равно хлор. Просто все элементарно, я беру обычный порошок, добавляю его пополам, пополам на пополам. Значит, пополам беру обычный порошок, который, в принципе, вы часто могли видеть, я покупаю разные порошки, нету одного порошка, который есть по скидке, тот и беру. А вот этот я уже брала несколько раз в Костко, он есть и в обычных магазинах. Он неплохо справляется, в общем-то, с пятнами, плюс у него приятный запах. И я беру половину этого средства и половину, например, какого-то выводителя для пятен. Что он делает? Вы его запшикиваете на пятна. Например, на одежде есть пятна, то есть я до стирки обшикиваю все пятна, если мы говорим про обычную цветную одежду. Обшикала пятна, дала им буквально минут 15, чтобы оно немножко впиталось, полежало в машинке. Потом только завожу машинку и при стирке белья цветного с пятнами я ставлю обычно достаточно теплую стирку, обязательно всегда делю белье на цветное и белое, и черное. Вот, то есть если это полностью белое, если это просто цветное, если это черное, обязательно делю стирки, чтобы цвета не переходили друг к другу, не дружили друг с другом ни в коем случае. Если это цветное белье, я использую 0,5% порошка, 0,5% какого-либо средства от пятен. Это продается в больших бутлях, иногда это продается в порошках, особенно, например, такое средство, как Oxygen. То есть разные варианты Oxygen, не только, значит, фирменный Oxygen, который мы знаем. Много фирм уже придумали, естественно, свои generic products, да, то есть какие-то других фирм, но принцип работы с пятнами один и тот же. Вот, поэтому я 50% беру порошка, 50% Oxygen для белья цветного, чтобы оно было свежим, светлым, не теряло свой цвет. Для белого белья, я сказала, используются специальные хлорированные продукты или хлор. И для черного белья это единственное белье, которое я стираю просто с порошком и освежителем, да, то есть обычный порошок. Кстати, хочу заметить, что
В Канаде в основном люди пользуются жидкими порошками. Даже когда я приехала, люди пользовались еще очень много порошками. Сейчас все гелевое, люди предпочитают гель, он лучше растворяется, лучше проникает в ткань, стирывает ее. Единственная проблема – это сушильные машины. Сушильные машины истощают белье, ткань, истончают его. Поэтому я по возможности пользуюсь минимально, насколько это возможно, минимально сушильным бельем. То есть у меня позволяет квартира, я, в общем-то, просто беру сушку, на ней развешиваю белье. Конечно, когда зима, и если что-то срочно нужно одеть, не успела просохнуть, мы пользуемся сушильной машиной. Но моя цель не использование сушильной машины такова, что очень сильно изнашивается одежда. Особенно если мы говорим про полотенца, если вы покупаете хорошие, дорогие полотенца. Да, после сушки оно прикольно, на ощущение, оно такое вот все как будто после глажки. Но не забывайте, что белье истощается, и ваши полотенца, знаете, они очень быстро приобретут такой вид, не очень. Вот они, эти салфеточки. Эта коробочка не от них, потому что у меня было несколько, я их сложила, коробочек. Вот я вам на экране продемонстрирую, какими фирмами пользуюсь я. Запах обалденный. Кстати, кладем мы на... Так, у меня стирка стирается, нужно прикрыть. Кладем буквально на одну стирку, в зависимости от объема вашей стирки, 2-3 листа. Вот таких вот. Значит, что они делают? Во-первых, они придают запах. Поэтому, кстати, каким бы освежителем вы порошка не пользовались, освежителем, да, стирки, именно кондиционером, он после сушки будет неощутим. То есть вы запах в основном ощутите только если вы высушиваете белье самостоятельно. Вы услышите запах кондиционера, сможете его, так сказать, учуть. Если вы любите запах и вы пользуетесь сушильными машинами, то выбирайте запахи вот эти, потому что это то, чем будет в конце пахнуть ваше белье. Очень важно. Люди часто этого не знают. Говорят, ну почему у меня не пахнет моим освежителем? Вот потому что что дает запах? Что это делает? Дает запах, убирает статику. Это основная цель этих пластин. Что еще? Для того, чтобы белье было ровным, потому что здесь мы никто не гладит свое белье, да, то есть люди просто вытащили, разложили и пошли. Для того, чтобы это было еще более гладко, например, если речь идет про рубашки мужские, если люди работают на каких-то, знаете, должностях, где белье, одежда должна выглядеть глаженная, не носят какой-то трикотажик, да, то используются специальные шарики, они есть абсолютно разных форм для сушильных машин. Они закладываются вместе с бельем внутрь барабана, вместе с этими, естественно, нашими пластинами, промокашками, как я их называю, для сушки белья, и высушиваются. Что они делают? Они разбивают белье внутри, не дают ему скомкаться, то есть они как бы гладят его. То есть получается, когда вы вытаскиваете белье из сушки, оно у вас как будто после глажки. Но важное условие – вытащить белье сразу после сушки, а не дать ему там лежать еще, знаете, сутки и потом вытаскивать. Там, в общем-то, никакие шарики не помогут. Но если белье высохло, сушильный цикл закончился, вы вытащили, развесили, у вас белье как после глажки. Поэтому вот для чего эти шарики, сейчас говорят, зачем эти шарики, в них нету запаха, что они делают? Они разглаживают белье. Так вот, мы сегодня с вами обсудили по стирке, на каких мы циклах стираем. Обязательно стираем на санитарном цикле все полотенца. Делим белье обязательно на белое, черное, цветное. При цветном мы можем запшикать отдельные пятна на белье, дать им полежать 15 минут и добавить 50 на 50 порошка и какого-нибудь оксиджена, какого-то средства от пятен, для того, чтобы белье сохраняло свою свежесть цвета и было без пятен. И если мы говорим про белую стирку, мы тоже обсудили по поводу хлорированных продуктов, что использовать, и я что могла вам показала в этом примере. Итак, это было все о белье и стирке. И постскриптум почти забыла, я вот вам покажу еще два таких спрея, они лежат у меня тоже в моем ландере, шкафу. Значит, это что это такое? Часто вы можете видеть спрей для текстиль спрей, так я не знаю, фабрик мист, вот. Это в Долораме, кстати, появились эти фирмы тоже. Что это такое? Это водичка для
текстиле. Когда мы ее используем часто, белье, возможно, вы его постирали, просушили, вытащили, запах не очень, вы любите, чтобы пахло. Когда оно висит на сушке, например, у вас, или вы уже развесили белье, например, на вешалках в шкафу, вы прямо можете буквально взять, выбрать любимый спрей, это продается всегда в отделах для глажки, стирки, вот в этих отделах, и спшикнуть, раз, пропшикать белье вот этим спреем. Оно получит именно запах, аромат вот этих спреев, поэтому выберите запахи, которые вы любите. Оно не очень большой выбор, но можно выбрать любимые такие свежие запахи. В каком еще варианте вы можете использовать? У кого есть ковровое покрытие дома, ковры, и вы чувствуете, что ковер, вроде вы его пропылесосили, вроде все как окей, ну, какой-то немножко хочется подсвежить запашок. Вот, пропшикали раз на коврик, все, он более-менее освежился. Это не вычищает, не убивает микробы, не делает ничего, оно только оставляет запах. Часто, например, я не знаю, вы жарили котлеты, и вам кажется, что весь дом теперь воняет, включая шторы, например, в котлетах. Взяли, пропшикали шторы, оно как бы освежает. Но что оно единственное делает? Оно не убивает микробы, но оно сжимает немножечко молекулы, если был запах, и как бы их ликвидирует, молекулы вот эти запаха, которые есть в белье. То же самое можно делать с бельем, которое, например, какая-то дорогая ткань, которую вы не хотите все время стирать, например, какие-то кофты из дорогих каких-то, из дорогой ткани. Короче, в общем, вы одели, но стирать каждый раз не хотите, в машинку его класть. Повесили, пропшикали. Тоже более-менее освежили белье. То есть вот такие вот еще есть спреи. Вот это важно, я не сказала. Ну, в общем, подберите, выберите для себя. Оно вам хватит надолго, потому что вы будете исключительно редко пользоваться. Итак, друзья, мы находимся в ванной комнате. Саму ванную комнату я вам не показываю, потому что нет смысла, что ее показывать. Туалет, душ и все. Я вам хочу показать, моя цель, это сейчас детская ванная. Я вам покажу, что у меня здесь лежит. Хочу поделиться главным лайфхаком. Вы знаете, вот эта вот ступенька, которая из Икеи. Она у меня стояла уже, Габи не пользовалась, и моя младшая дочь уже подросла, и, в общем-то, мне было ее жалко. Ну что, отдавать никому не нужно было, потому что они абсолютно у всех есть. Ну, у кого нету этой ступенечки, скажите мне. И я что-то рылась в Алиэкспресс. Что-то я там лазила, искала, просто, не, даже не искала, просто лазила. Иногда люблю посмотреть, потому что иногда есть какие-то интересные идеи. И там что-то было другое. Но смысл в том, что я увидела, что эту ступеньку используют как ящичек, коробку. Итак, ребята, вы можете использовать эту ступеньку как просто коробку. То есть внизу у меня, вы видели, корзинка с разным, да, с материалами и бытовой химией. Здесь у меня вот в детской ступеньке. Придумали, оно лежит у меня тоже здесь в ящичке под раковиной. Итак, что у меня здесь? Если вы помните, буквально сейчас, несколько минут назад, мы говорили про Вим, и мы говорили про то, что сейчас у них большие упаковки, здесь упаковка меньше, 500 миллилитров, более густой. Вы знаете, он тоже на основе блич, то есть он тоже идет с хлором, но все то же самое, но у них сейчас увеличился объем, потому что они, я думаю, я предполагаю, что разводят больше с водой. Потому что даже если вы возьмете в руки новую бутылку и эту, здесь чувствуется, что более густая жидкость, чем там. Там более жидкая. Она не вода, конечно, тоже кремообразная, но там более жидкая. А вот здесь такой вот еще осталось. Это у меня 5 лет назад я покупала 3 такие баночки. Они у меня вот в одной ванне, во второй на кухне. Вот до сих пор одна еще осталась. Одна уже поднялась наверх. Дальше у меня есть еще такая щеточка здесь. Это не зубная щетка. Это специально такие 3 щетки у меня есть. Я ими мою не туалеты и всякое такое, а именно на полу между плитками вот это вот места. Иногда хочется затереть, да, с каким-то кислотой или с чем-то, чтобы отмыть, чтобы было близко, чистенько, блестело. Вы знаете, что в туалете, в общем-то, всякое бывает. Вот, дальше. Туалетный утенок. Ну, он просто не утенок, здесь просто Scrubbing Bubbles называется. Но форма у него такая же. И самое главное в ваннах, да, это зеркало, напротив которого мы чистим зубы. Поэтому спрей
для зеркал окон и, конечно, бумажка. Это все, что есть в моем детском туалете. Но, естественно, никто не отменял просто влажные салфетки. Они у меня не те специальные, которые, да, нейтрализующие микробов. Простые влажные салфетки, которыми я иногда просто в конце дня могу протереть унитаз, все, что вокруг унитаза. Я думаю, что многие мамочки и хозяйки понимают, о чем я говорю. Итак, сейчас вы в моей ванной. У нас здесь душевая, здесь джакузи, позади меня раковина, в которой, в общем-то, мы умываемся. Здесь есть окно, достаточно светлая комната и эхо, вы можете слышать. Ну и, в общем-то, здесь я стою с моим другом. Как вы можете видеть, это, в общем-то, мой фаворит. Опять-таки крем Вим, ну, уже новый, которым 750 мл, которым я мою обязательно унитаз, которым я обязательно натираю и мою все внутри душевой. Вы знаете, душевое пространство – это закрытое пространство, в котором достаточно быстро собирается плесень, какие-то вещи, поэтому очень важно не запускать и все время протирать. Часто, если я, например, нахожусь с маской на голове и мне нужно выдержать какое-то время, я быстренько беру, у меня есть специальная мочалочка, которую я мою именно там все внутри. Она у меня прям там внизу висит в душевой. Наливаю Вим на стеночки, быстренько прошлась и уже чисто. Иногда, если я все-таки не могу справиться с молом, который образовался, да, молдом такой вот образовывается, ну, налет черный между вот швов, да, которые в душевой или часто бывают у кого-то в других местах, я беру бутылочку, у меня есть такая бутылочка, она бывшая бутылочка от пятновыводителя. Заливаю сюда 50% хлора, 50% воды, взбалтываю и пропшикиваю прямо не в тот момент, когда я с маской на голове, а просто в течение дня, когда я все помыла, убрала, вижу, все-таки образовываются вот эти черненькие точечки какие-то, да, просто взяла, именно не просто лью хлорка, да, а все-таки хлорка разбавленная один к одному с водой, запшикиваю вот эти швы прямо, в которых я это все вижу. Иногда можно это сделать чисто для профилактики раз в месяц, и у вас тогда всегда свежо, чисто, аккуратно и опрятно. Я вам сразу хочу сказать, я пыталась сделать это с уксусом. Многие говорят, уксус, сода с чем-то, а не уксус, не сода, а вот этот вот, вот. Я не хочу сказать, это не грибок, но именно вот эту вот такую влагу, да, черное пятнышко не убирает. То есть я пыталась, поэтому вот у меня такое решение этой проблемы. Так что это все с моей ванной. Дорогие друзья, это было все на сегодня. Надеюсь, вам было это интересно, познавательно. Если у вас остались вопросы по поводу каких-то материалов, какой-то бытовой химии, чем мы пользуемся, возможно, я что-то упустила, это вполне возможно, пожалуйста, спрашивайте меня эти вопросы, я с удовольствием отвечу. Если у вас есть комментарии, чем пользуетесь вы, это будет еще лучше, потому что это поможет и мне, и людям, которые смотрят это видео в поисках информации. Поэтому приходите, подписывайтесь, делитесь и также не забывайте приходить на мои прямые эфиры. А я с вами прощаюсь на сегодня. До следующей встречи. Всем хорошего настроения и с наступающим Thanksgiving'ом. Пока! Thank you.